Большие амбиции маленького Леонардо. Боксер с таким прозвищем прилетел в Украину, чтобы отобрать титулы чемпиона Европы харьковчанина Сергея Феченко. В прошлом Вилли Блейн – чемпион мира среди любителей. На профессиональном ринге он провел 24 поединка и проиграл лишь раз. Уже в субботу, 19 ноября, в Харькове француз сразится с украинцем Сергеем Феченко. Это противостояние покажет телеканал «Интер». Начало трансляции в 23:15. Я ровным счетом ничего не знаю о своем сопернике и даже не интересовался, кто он. Моего украинца я также не видел. Обо всем узнаю на ринге. Я из тех, кто любит сюрпризы.